Следующими литературный марафон «Гамзатовские строки на карте Хасавюрта» подхватили средние школы номер 11 и 14. Расул Гамзатов в своих произведениях повествовал о любви, родине, о жизни народа, о непростой судьбе. Школьники Хасавюрта посетили несколько значимых объектов, связанных с творческим наследием поэта, вместе с почетными гостями. Село, в котором жил мальчуган, было далеко от цивилизации. Однажды над домом пролетел самолет, и от избытка эмоций, от увиденной железной птицы, Расул написал свои первые поэтические строки. Такими были первые страницы биографии Гамзатова. Отец воспитывал сына как настоящего мужчину, хотя ничто прекрасное ему было не чуждо, так как он был народным поэтом своего родного Дагестана. Любовь – это чувство, которое вдохновляло каждого поэта во все времена. Не стал исключением и Расул Гамзатов, восхваляя в своих строках подругу жизни Патимат, опору и поддержку на всем творческом пути. Участниками 11-й школы были продемонстрированы сценические выступления из лучших произведений писателя современности. Тебе, красотка, Бог судья, любовь моя, привет. Скажи, что должен сделать я, чтоб ты открыла дверь. Эй, парень, спрыгнувший с коня, не угодивши ты, есть три желания у меня. Да удалец ли ты, желание выполни, считай, нашел к дверям ключи. Касаясь шапки птичьих стай, со семь вершин скачи. Каждый из участников марафона затрагивал самые главные темы, которые были близки для Расула Гамзатова. Это и тема дружбы, братства, тема матери, тема родины и, конечно же, тема Великой Отечественной войны. Главным почетным гостем литературного марафона в средней школе номер 14 стал ветеран Великой Отечественной войны Александр Семенович Макуха. В своей речи отметив, что нынешнее поколение не должно забывать о подвиге советских солдат. Есть ужасное слово «война». В нем печаль и тревога слышна. В нем рыдание вдов и сирот. В нем проклятие из рода в род. Участниками марафона были представлены общественно значимые объекты и улицы, тесно связанные с творчеством поэта. Марафон «Гамзатовские строки на карте Хасавюрта» стартовал 16 апреля, проводимый в рамках республиканских мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения великого писателя современности. Пика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».